И всем привет, с вами Бэйн, и сегодня мы играем в Contraband Police. Давно я не снимал полноценные видосики, вот, пока лето решил работать над каналом. Поэтому начнем мы с этой прекрасной игры. Аганпост, Акликатки, Акаристан. Стоп, Маришу, это буду рад квадру. Подробники отдали. Парни воспользовались на ящик водки, что вы и недель не продержите. Это нет обзывать, комиссар, неделька, вот три бальдюра. Зато, Мариш, комиссар, валишь, что это вас акато. Но подшадай все руку, выполняйте все его приказы, иначе кончите как розников. Бедняга, он просто хотел немного подзаработать. Ладно, вот и добрались. Как можно скорее доложите комиссару удачи. Что у нас тут? Всего две станции. Надо будет их подозреть. Ну, начало неплохое, атмосферненько. Так, Маришу, приветствую, товарищ, мы вас ждали. Добро пожаловать на Аганпост Акаристана, в Акарикатке. Я комиссар Андреев, я веду вас в курсе. Для начала зайдите в офис, возьмите информационное досье. Жалко, не на русском, конечно, все это написано. Если откроете информационный досье, загляните в должностную инструкцию. Обучение. Отлично, как-нибудь так, по ходу дела разберемся. Начнем нашу работу. Здравствуйте, товарищ. Требую предъявить документы. Или от Сабик Сарашта. Листов от послужный акту. Послужный автоматичный компаратно инструменту. Это контроль на саяди тела мяно. Это прихорошный на всем документам. То есть, вот так. Нет от мамры, от контрольный документу. Ну, конечно, и глаза можно сравнить, не тратя вот эту шкалу. Ну, понятно, здесь ошибки записываем. Ну, допустим. Ну, по вроде все нормально, ничего. Так. А теперь мините Андиния. Салазна или вас его саяд? Ну, езжайте. Отлично. Отлично. О, вас на робота. Это оба Андиния. Азвина за его саяди тела. Ну, эту историю я слышал уже.
touch control. Так, продолжаем. Сайазитель Ета Акарский Ородник. Всем загрубники мадро валидно карту саязительства. Служный саязитель от врага назык. Так. Опа, уже не соответствие. Где твоя борода? Так. Все соответствует, кроме фотки. Конечно, он мог просто побриться, но мы его не пустим. Где листик? Как его? Так, осмотр, значит, въезд запрещен. Она я не топот. Да-да. Вали. Продолжим. Угу. А как? Так, там же не было листика. Или не обязательно. Ладно. Первая ошибочка. Так, подведите документы. Пробуем снова. Вроде он. Так. А, вот сюда надо постоянно жать. Ну, пока все в порядке. По сути, проблем нет. Так, объединенный ралли. И в порядке, мужик. Co ja? A co, baczysta? Dawaj. O, idealny dosmot. A dajcie. Ilio, od Sabik Sarashta? Obiecatelnie. Tak, zaczynamy. Aha. Вот они совпадают. Снова. Ну, тут все в порядке, так по сути-то, но фото не соответствует. Значит, пропускать нельзя. А, еще и этот-то у нас просрочен. Так, ну да. Нет, извиняйте, но вы должны вернуть обратно. Барасто, Цыпка! До свидания, сэр. А все? Это мои? Я люблю Акалиста. Вот это бы было неплохо на превьюшку взять. Ну-ка. О, пойдет. Так, все, залетаем. И сам комфортабельный домик. Ну, пока, видать, делать нечего. Ну? Так, сон устанавливает уровень вашего восприятия. Ага. Плюс... Так, зарплата... Движение, ну, 65 баксов заработали. Конечно, почему мы платим зарплату им? Мы же просто пограничник. Или... Ну, никто не знает.
Просто так попрыгну так. Так, еще один. Меня зовут Юрий Петров. Меня зовут Юрий Петров, я заместитель комиссара и буду руководить вашим вторым днем бабушки. В последнее время наблюдается повышенная активность пропагандистов из банды Абрамова. Это... Честно, наша разведка этим уже занимается. Каждая внутричка есть ее контрабандителю. Вы можете посукать всем, которые пасуете описание. Немвиница, нурахо контрабанду ашаядич ач акаристанска. Отвиксо ачнита. Хорошо, можем начинать. Я машину на досмотр. Все, по второй какой? Так, часть регистрационного номера. Угу. Ну, я уже знаю, что сейчас это будет один из контрабандистов, первый обучающий. Как раз, да. Вот это он. Ага, лишь то ач нашего эстио подримника. А кестиона его выходи аз машину. Это посукати контрабанду. Контрабандителе пазночно и крюк. Отмечать места и стрелять на контрабанду знаком змеи. Она я лишь то ач фиолетка мигот. Луско мне, ваш служный миготник, это аз можный. А теперь вы посукати знаков контрабанду, ач эно сиденья. Мне нужен ножик. Я уже сразу знаю, сразу помню. Он где-то здесь должен будет, видать, появиться после того, как я уже найду. Не два чфундра тает! Не орите на меня, молодой человек. Так, Ну, это я тоже уже в теме. Мы требуем сначала нам понадобится инструмент, чтобы извлекать команду звуки на нашей стороне. Теперь положили, видать. Сразу не взял. Положите остро, а дроби разрывать обивецко сиденья. Сейчас разрежем. Бату урва дура! Да какая не урва дура. Здравлач, мено! Здравлач! Вы фундро ач вепер контрабанду. Контрабанду не так завтра позначно. Иногда эти отлично ач парню. Или о труды и немести. Или о посукати эту маскота. Не так негодника тает, пада вы мадре обарстный страх. Отликсо! Всем это атма. Менвиница, контрабандителе эстио радо пас мишни. Ваша полицка рухнишко, мадре эту подрички аз паста контроли. Али вы мадре арестнонч эту бедлок. А, значит все, всего две. Это обучающих его контент, значит, да. Ну все. Давай. Атаю съем рахове. Прощаюсь с вами, молодой человек. Надеюсь, вам не жмет этот костюм. Ваш магазин. Ладно. Ладно. Так, продолжай. Сколько секундочку отойти. Так, ага, закинули. Немного послушал то, что у меня получилось, и понял, насколько угарно я звучу со стороны своим безэмоциональным голоском. Ну, над этим надо будет поработать. Давно все-таки не снимал с голосом. Вот вас иду. Ну, давай. Так, все. Розерваду, доктрины или осинки материала. Темпутка, матрис ломать пластик. Топорники я можно открыть до круток, который позволяет строить и ебать автомобили. То есть мы сейчас кого поймали, да, с тем. Значит, ищем 54 возраст. У нас еще инструментики появились. А теперь вы, мадре, повротные ач работа. Так, ну вернемся и досмотрим. Встречать с вилами. Sorry. Здравствуйте, мы вам здесь не рады. Так. Атрид, Атровротай. Никаких не Атровротай. Так, усы. Да, усы делают.
Ага. Тут-то все в порядке. Так, нам бы сейчас его возраст узнать. Молодой. Но все равно фото не соответствует. Так, ну все. Вам, к сожалению, нельзя в нашу прекрасную страну. Так, фото отсутствует. Ну, я запрещен, все. Прости, усы. Отдаю 7 раховы. Угу, да-да, верю, верю. Так. Угу. Но не идеально, мало заработал. Снега дайна. Добрый, добрый. Удивляйся. Атмату. Сколько там еще раз возраст дозреваемый? 54. Сразу проверим. 48. Так, все здесь нормально. По сути, нормальный. Нормальный мужик. Угу. Ну все норм. Давай. Акаристанска. А. Так. Продолжаем. Интересно, конечно, у тебя идея сделать из ним кабриолет. Снего дайнара. Снего дайнара. Ух, какой-то пожеванный. Жизнь припала. От Матуро. А он последний. Скорее всего. Наш клиент. Ну да. Так, ну. Придется работать. Угу. Ну, вроде пусто. Да. Ага. Слава мену Ачмиру. Обар от обар шуприста контрабанду. Пропшаю релиска мену машину. Ачбагра это акриски бако. Никаких денег, я честный. Амара мену аталок. Сейчас ты работаешь. За это еще дольше сидеть. О, так, ну вроде вся. Ага. Слава мену Ачмиру. Вот и еще на переднем, а колеса. Угу. Все-таки. Вот он тут запрятал. Ну что? И сидеть за нашей решеткой. Работа закончена. Вернусь, Амане. А я мадро планичка рум с конячем. Какой еще план побега? Сейчас вилла меткнула. Закроем и отправляем это. А где ты? А, вот он. Ароско, варишу. Ну, работа закончена. Ага, досмотр разрешу. Всем заработали баллы. Утрошный комиссар Турайе на живота нет.
быстрым, конечно. Справились своей работой. Огурцы. Неуютная кровать. Вот уже 200. 270. Неплохо. На этой ноте мы закончим первую серию по контрабанд-полиции. Если хотите продолжение, ставьте лайки и спасибо за просмотр.